Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 28 лет, рост 177 сантиметров, вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд – 8 побед, 7 поражений. Его стиль ММА, представляющий город Санкт-Петербург, Россия, Кишвар Ходай-Орав. И его соперник в красном углу клетки. Ему 27 лет, рост 188 сантиметров, вес 77,4 килограмма. Его профессиональный рекорд – 8 побед и только одно поражение. Его стиль – рукопашный бой, представляющий город Грозный, Чеченская республика, Магомед Салиев. Рефери в октагоне Герихан Шибилов. Магомед Салиев. Кишвар Худайор. 77 килограммов. Очень интересная весовая категория. Здесь достаточно динамики и мощи. Ух ты! Здорово. Ничего себе! Салиев. Какое попадание! Еще наносит удары. Разряжается по сопернику Магомед Салиев. Худайоров держит пока этот натиск. Хороший лоу-кик в ответ. Еще один лоу-кик от Худайорова. Ну, честно говоря, здорово работает руками Салиев. Довольно точно у него дальняя выстреливает, очень быстрая, по такой короткой траектории. Пускай не каждый раз, но вполне впечатляет. Интересно также, что стойки меняет. Ух ты! Хорошая двойка. Очень быстро. Ну, понятно, начало только раунда и прочее-прочее, но действительно быстрые руки. Поддавливает. Призывать не проваливаться, конечно, на Салиева. Нужно хорошо чуть-чуть сократить дистанцию. Ну и Худайоров тоже со своей как бы колокольни создает оппозицию. Не могу сказать, что вот соперник как-то прям много доносит друг до друга ударов, но тем не менее острые ситуации есть. Хороший мидл-кик. Попытка сделать проход от таджикского петербурца. Ну и, кстати, разбит у него сейчас нос. Ух ты! Очень хороший размен, чуть точнее Салиев оказался. Обратите внимание, наклоняет он вперед голову, как бы провоцируя к действиям своего оппонента. Классно. Да, почтальон такой хороший зашел. Ну и снова меняет стойку. Меняет стойку он обычно под один удар, даже если вуалирует его несколькими другими. Вот, несколько раз это был middle kick, был также удар рукой. Ну, интересно, очень интересно работает. Хороший правый прямой. Лоу-кик в ответ. Ну, кстати, обратите внимание, теперь также периодически в чужую стойку встает и Худайоров. Thank you.
удар по нижней части ноги. В икру. Очень болезненно. Ой-ой-ой, шикарный хайкик. Хайкик, да. Там все-таки рука на месте была, но все равно хайкик хороший. Рука, как бы, это не совсем то средство защиты, которое от хайкика в полной мере спасает. Ой, шикарно. Отлично ответил бэквистом Кудайоров. Двойка. Еще следом серия от Салиева. Хороший фронт-кик. Ну и, собственно, всего 20 с небольшим секунд до окончания этого раунда. Вот так незаметно пролетает этот раунд. Практически не видели мы даже попыток борьбы. Да, похоже поединок на кикбоксерский. Да, и я думаю, от этого зритель только выиграет. Все, завершается. Первая пятиминутка. Да, дали друг другу дополнительные секунд 5 подышать. Спортсмены. Ну и давайте мы тоже посмотрим лучшие моменты. И слегка передохнем перед раундом вторым. Возобновился у нас поединок между Кишваром Кудайоровым и Магомедом Салиевым. Снова поддавливает соперника Салиев. Дистанцию пытается выдерживать Кудайоров, но вот иногда достает все-таки Магомед соперника. Еще один хайкик, хороший. Конечности очень длинные у Салиева, и, конечно же, это преимущество. В полной мере его нужно пользоваться им. В начале первого раунда это удавалось, но затем нащупал необходимую дистанцию Кудайоров и не позволяет вот так вот легко по себе попадать. Но все-таки он, как бы это сказать, работает вторым номером и в основном все вопросы решает передвижением. То есть несколько уходя в сторону, назад. Хороший локти. Более уверенно все-таки в стойке левши стоит именно Салиев. Хотя периодически оба бывают и в той, и в другой. Хороший мидлки по корпусу от Кудайорова. И здорово, хорошая двойка. А вот развитие атаки мы не видим. Ну, логичная, в общем-то, попытка прохода со стороны Кудайорова. Хорош коленом. Очень классно. Прям здорово сейчас работал, да, Салиев. И еще фронт-кик есть. Все. Да, есть досрочное завершение. Шестепенье пробил. Да. Отличный бой. Снайперское попадание. Давайте посмотрим повтор. Да, солнце в плетении. Шикарно, да. И хорошо, что здесь не попал. Нет, а он, кстати, бил по корпусу, обратите внимание. Ну и туда даже придержал немножко ногу, хотя она уже летела. Вот, ну, молодцы. Честно, спортсмены молодцы. Очень здорово сейчас себя показали.
красивый бой. Красивый бой и, ну, в общем-то, действительно красивое филигранное такое его завершение. Мы не так часто видим нокауты от франкиков именно солнечное сплетение, хотя они шикарные. Чаще стараются выцеливать все-таки корпус, плавающие ребра, печень. Дорогие друзья, рефери Герхан Шипилов остановил данный поединок на первой минуте 55 секунды второго раунда. Таким образом, победу Макао!